Всем приветики! Играя в CSGO, я заметил одного из игроков. Какую-то странную анимацию на дигле. Я полез смотреть обновление и обнаружил, что да, действительно, добавили новую редкую анимацию. И чтобы ее увидеть, нужно просто осматривать дигл на клавишу F. И тогда, возможно, сработает этот шанс небольшой ее воспроизведения. И вот так она выглядит. Крутится, вертится. Дигл классный. Когда в первый раз увидел, вообще был в шоке. Я подумал, что это как-то что-то такое вообще. Я даже не понял, как это вообще. Но потом оказалось, что это всего лишь анимация. Вот. При осмотре нужно немного довольно-таки раз осмотреть оружие, пока не сработает. Ай, окей, пропустил анимацию. Каждый поворот это вот осмотр, я просто ускоряю все это дело. И она не хочет срабатывать. На самом деле редкая как бы. Вот, наконец-то я ее поймал. Как-то так она выглядит. Ну, прикольно как бы, классно. Супер. Вот как-то так. На этом все. Пока.